nobody expected us. Nobody thought they'd be treating so many so quickly. Карантин, шашлычки, компашечки, дети. Вот разве что как бы друг на друге, да? Если нет. Дорогие люди, дело серьезное. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть. Я ехала в собственной машине. Окно боялась открыть, потому что опасно. Я могу быть опасным для всех. Нет, все гуляют, дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете, вашу мать? Нельзя так, правда, опасно. Ну, как, не хотите жить, не нравится вам жить, ну, убейтесь об стенку.